Всем привет. Так резко. Привет. Сегодня 11 октября, понедельник. Сегодня у нас влог такой, выходной. Решили прогуляться в лес вдоль речки. Марш-бросок сделать. Марш-бросок сделать, да? Сколько там? 5 километров? 3. 3 километра. Взяли спиннинги с собой. Изабелле спиннинг купили. Леша хочет лишиться всех своих блесен. Приманок. Сейчас будем учить ее на спиннинг кидать. Вот. Погода вообще замечательная. Тишина, ветра нету. Ну так свежо, но не холодно и не тепло. Осенняя погода. Осенняя погода, да. В лесу красота. Воздух прям. Что еще сказать? А, ну и по дороге еще грибы поищем, вешенки. И, ну, если найдем, ну, я думаю, найдем. И приготовим потом дома маринованные вешенки, потому что многие просили рецепт. Покажем, как мы делаем. Я думала, рыбу найдем. Рыбу. Рыбу отпускали? Да. Нафиг можно. Лишь бы ловился. Ну и вечером затопим баньку, пожарим шашлычки. Короче, сегодня мы отдыхаем. Поехали. Сейчас идем через лес, ну, пока спиннинги не разворачиваем, потом выходим, где открытые участки воды есть. Там соберем спиннинги и забыла будет. И забыла будет приманки терять. Поехали. Пришли к месту, откуда начинаем кидать спиннинг. Сейчас собираем и ловим щуку. Снарядили два спиннинга. И забыла будет вот на такой. И желтенький силикончик, а я красненький попробую. Ты на в поле покидай сначала. Нет, я что, не кидала, что ли? Я хрен знает, ты когда кидала? У тебя их много, не жадничай. Пошли. Сама ты косая. Thank you.
дёрнули. Опять. Конкретный зацеп. Конкретный зацеп, блин. Блесна классно. Здорово. Сошел. Че? Я там ищу. А че был? Я представляю. Ты это... Слышь, аккуратнее, если клюнет, что будет с тобой. Откачивай тебя потом. Нифига себе. Да ты как профессионал уже кидаешь. Слышь? Я умею. Только иногда летит не туда, куда надо. Да. Ну что, дошли мы до конца маршрута. Пункта А до пункта Б. Да, как печально, опять ничего не поймали. Да мы что-то удивляемся. За три года мы вообще ни одной щуки не поймали. Ну вот ходим каждый год там 2-3 раза, наверное, по местам. Но до этого, три года назад, до этого вот мы сколько, 10 лет здесь живем, 10 лет ходили, ну все время 2-3 щуки ловили. Обязательно. Да даже за домом мы ставили донки и ловилась щука. А 3 года сейчас уже вообще что-то ничего не ловится. Фортуна у нас. Может, просто щука кончилась? Или ее сетями выбили? Потому что мы пока шли, на берегу где-то 3 сети валялось использованные. Короче, не знаю. Ладно. Нам как бы щука-то и не нужна. Хотя бы увидите ее. За все время, вот сегодня мы прошли, 2 всплеска просто видели и все. Ну не факт, что это щука. Ну может это голавль. Да это можно, вон бобер плавает. Нет, здесь щука плеснулась. Ну не будем утверждать. Вот. А раньше ходили просто вот этих выходов даже там, ну если она исходила, ну пипец, там по 7, по 8 раз вот так к блесне подплывала. Не всегда хватало, правда. Ну и срывы были. Вот здесь, прямо на этом месте у меня вместе с силиконом. Забыл поводок поставить, она откусила и уплыла вместе с силиконом. На этом мы прощаемся. Нет.
Пошли сейчас домой. Идем домой, на обратном пути грибы посмотрим. По тому берегу пойдем. Ну, до моста дойдем, сейчас перейдем. И пойдем по тому берегу. Там тополя растут. Мы посмотрим вишенки. Насобираем. И еще около нашего дома надо пень этот, бревно это проверить, короче. Такое громкое слово, насобираем. Когда насобираешь, тогда и скажешь. Ну ладно, сейчас покажем. Пошли назад. Зато Изабелла научилась спиннинг кидать. Ну ты смотри, как уже сейчас хорошо кидаешь. А вначале летел, куда не надо у тебя. В следующий раз мы в два спиннинга столько наловим щуки. Перешли мы на другой берег, ну на наш, на котором мы живем. Нас спрашивали, ну когда мы вешенки показывали, грибы, на каких деревьях они растут. Вот, вешенки чаще всего растут на тополях, на сухих именно деревьях. Ну бывает и на клёне, и на иве даже нам попадались. Вот на этом берегу, вон тополя сухие. Вот по таким, ну короче, по верхушкам смотришь сухие деревья, и надо смотреть. К ним подходить. У нас дождей не было, сухо, блин. Вряд ли. Вон еще тоже сухое. Пойду сейчас там гляну. Там у нас спрашивают, другие грибы есть у нас? Грибы есть другие, вот какие-то нашли. Точнее, на них наступил. Один такой на середине. Вон он. Вот сколько. Вот. Чего это за грибы? Вот какие-то грибы. Но дело в том, что мы не разбираемся в этих грибах. А? Пахнет невкусно. Вообще не понятно, чем пахнет. Да какой-то это. Ну кто-то может знает, что это за гриб. Вот это. Да блин, на что ж ты падает, ты падает. Может съедобный. Мы не знаем, что это за грибы. Вот они растут тут. Но нам нужны вешенки. Тут, походу, вряд ли их будет, потому что дождей нет, сухой лес вообще. Ну, хотя вон грибы растут даже при сухом лесе. Сейчас как нам напишут, скажут, это трюфель какой-нибудь, а мы выкидываем. Да нет, трюфель по-другому же. Не, ну, как к трюфелю приравнивается. Давай, лучше пошли. Помимо того, что сухо, дождей нет, так еще сухие деревья все их на дрова спиливают. Поэтому тяжело вешенки здесь найти в наших краях. Нет, в большом лесу искать, вот там. Там много. Там с одного пня можно мешок сразу собрал и все. Не шибко сухой, недавно, видать, упал.
О, сейчас пакет возьму. А он еще есть. Да. Ох, сколько. Вижу. Подросли детки. Вот это пахнет грибами. О. Еще прорастает. Это ладно уже. У нас там еще на газоне чуть-чуть подросли. Их тоже, короче, в общий котел кинем. Влаги не хватает тут. Они сохнуть начинают, а так бы они росли еще больше и больше. Вот маленькие начали расти, они засохли, потому что влаги нет. Вот про то, что надо со всех сторон раз, а здесь вон что, сколько их еще. И вот еще под листиками, еще и листья надо разгребать. А сзади тебя там видел еще? Я их увидел. Вот еще грибы нашли. Да вон дерево. А вот еще грибы есть. Это мы не едим. Но мы такие не едим. И там еще гриб. Это она нас так слушает? Да. Бимка воет. Вы что его, что мы? Скулит, а не воет. Скулит. То, что из них никого не взяли, вот и раз. Красавцы. Вообще красавчики такие. Да хочешь нюхать? Да я не могу, мне так нравится, как они пахнут. Они закончатся, нет? У тебя под рукой грибы же. Ну что, грибник? Вот собирали грибов. И там еще дома столько же. А мы ползаем здесь по лесу. Ну, надо было здесь все собирать и все. Хороший пенек. Короче, вот так вот. С грибов набрать надо. С двух деревьев каких. Ладно, идем домой, короче, сейчас. Подготавливаемся и показываем, как мы маринуем вешенки. Наконец-то у нас будут свои грибы маринованные. Пошли. Так как мы пришли домой, уже 2 часа прошло с лишним. Или больше? Нет, 2. Изабелла почистила грибы. Но для начала мы, прежде чем будем рассказывать рецепт про грибы, мы замаринуем шашлык. Обычно мы маринуем лук, перец, соль, и все это в пакетике и готово. Сегодня мы замаринуем шашлык по-СССРовски. Ну, тут добавляется просто уксус получается. Для этого нам надо мясо, свинина, где-то тут 100 кг, что ли. 2 луковицы, 0,5 литра теплой воды. Ну, можно, в принципе, сразу сюда добавить чайную ложку сахара, чайную ложку соли, и перцем засыпаем. Ну, можно такой сразу молотый там. Ну и, наверное, столовая ложка уксуса. Ну так, на глаз. Профессионал. Ну, я так понимаю, что тут кисленькое все это получилось. Что, ложек в доме нету? Ну, это типа маринад. Пробуем. Ну-ка, попробуй. Что бы ты добавилось-то? Уксус. Уксус. Твоя столовая ложка не оправдала. Добавляем еще уксус. Уксус еще вот кисленький.
Короче, нарезаем лук кольцами. Я помню, в детстве этот шашлык в банку трехлитровую засовывался и заливался маринадом. По сути, можно и так. Все вирусы убиваются. Пипец. Ого. Быстрее мешай. Ну реально, он жестин лук. Перемешиваем мясо. Сейчас этими руками себе протри глаза. Перемешиваем мясо с луком и заливаем все этим нашим рассолом. Хоп. Ну и все, убираем мариноваться. А мы пока занимаемся грибами. Там лук нет вроде. Ну и переходим к нашим грибам. Точнее, как мы маринуем вешенки. Вот столько у нас получилось вешенок. Это вот сегодня насобирали. Это мы насобирали 2 недели назад до этого. Мы их заморозили. То есть вот сейчас мы их разморозили, они такие же. Ничего с ними не происходит, они не раскиселиваются. Вот. Ну и взяли еще 2 пачки покупных, потому что боялись, что мало будет. Хотя можно было бы и не брать. Ты сейчас рекламу ленте делаешь. Кто, я не знаю. Вот. Ну, мы их тоже сюда добавим. Сейчас просто ради эксперимента. Вот от них сейчас тут так грибами пахнет, вот от этих вешенок. И как пахнут магазины. Поверьте мне, они вообще никак не пахнут. Серьезно. Ты не веришь? Фу. Фу, даже фу. Может, не надо их мариновать? А, ну вот оторвешь. Ну, чуть-чуть есть уловимый запах. Запах, как у этих. Но эти просто вот изумительно пахнут. Ну, мы их все равно сюда добавим для количества. Короче, сейчас взвешиваем, сколько у нас всего получилось, чтобы рассчитать пропорции, сколько на это надо все. Короче, пересыпаем в пакет. Взвешиваем. Хантер вообще купили, чтобы щёку взвешивать. Ну, щёки нет, будем грибы взвешивать. Лох надо так. Чё там видишь? Ты не дёргай. Ну, короче, 5 килограмм. 5? Да, он там бегает у тебя. Да ну примерно. 5 килограмм, короче, примерно. Итак, на 5 литров, хотел сказать. На 5 килограмм грибов вешеных нам надо 10 зубчиков чеснока, 10 лавровых листов, душистый перец, горошек 25 штук, черный перец, горошек 25 штук и гвоздика тоже 25 штучек. Соли 10 столовых ложек, сахара 5 столовых ложек. Ну, это мы здесь зачерпнем. Укроп сушеный, ну, можно как это, зонтики. У нас такой, зонтиков нет уже. 2 столовых ложки. И 3 литра воды. И 3 литра воды. И 3 литра воды. Чего и? Уксус. И уксус. Уксус, ну, в конце добавляем 3 столовых ложки 70% уксуса. Итак, поехали. Для начала нарезаем наши вешенки и отправляем их в такую большую кастрюлю. Крупные режем кусочками, ну, чтобы кому как нравится, в рот помещались, чтобы вот так на вилочку его раз и закусил. Вот если такие попадаются прям, их можно вот так вот чик, на грибочки разделяешь. Не обязательно даже резать. Короче, нарезаем. Нарезаем. Пока я нарезал, уже стемнело. Вот столько у нас грибов получилось. Это, по-моему, 20-литровая кастрюля. Добавляем сюда чеснок. Так вот его режем. Не сильно мелко и не сильно крупно. Отправляем сюда лаврушку. Душистый перец. Перец горошком и гвоздику. Сушеный укроп. 10 столовых ложек соли.
5 столовых ложек сахара. И заливаем все это 3 литрами воды. То, что воды мало, не переживайте. Сейчас грибы пустят сок, и тут будет нормальная вода. И отправляем все это на огонь. Ждем, пока закипит. После того, как закипит, если появляется пенка, снимаем пенку и варим 25-30 минут. Пока у нас закипает, нам надо достать банки из погреба, чтобы потом это все перелить и затопить баню. Поехали. Минут через 30 у нас все это дело закипело. Вон сколько воды стало, видите? Ну и теперь 30 минут пусть это все варится. Забыли сказать, что все это под крышкой варится. После того, как минут 10 покипело, добавляем 3 столовые ложки уксуса. 70%. И варим еще 20 минут. Так, прошло 30 минут. О, пол кастрюли нет. Ну, ужарились. Сейчас все это дело в банке мы помыли. Ну, вообще там стерилизованные надо. Но мы просто моем их. И вот так по чуть-чуть добавляем. И накрываем крышкой. И они там у нас типа стерилизуются. Мы уже пробу сняли, да? Да, мы уже попробовали. Все отлично. Как всегда. Короче, мы вот так банки стерилизуем. Налили туда горячего, а нет. Ой, тепленькие стали. Мы так и огурцы, и помидоры все закатывали, когда раньше все стояло, все нормально. Ну, не чистые. Ну, они чистые, да. Сейчас просто прогреются. Сейчас уже можно вот с тех, которые начали, ну вот она тепленькая. Закладываем сюда уже полностью грибов. Закрываем и кверх ногами на полотенчик укладываем. Кверх ногами, чтобы понять, крышка держит или нет. А то будет вытекать. Тогда придется съесть завтра. И так проделаем с каждой банкой. Давид, это не для тебя постелить. Горячо. На первой банке забыли еще чайную ложку маслица подсолнечного добавлять. Не знаем для чего. Ну, положим. Чик. И кверх с тормашками ставим. Что творит? Бандитка. Кошмар. Снежи. Хорош.
снежок. Опасно ставить. Да ты можешь ей не помогать, она сейчас сама порядок наведет. Ну все, вот с 5 килограмм грибов у нас получилось 700 миллиметровых, 10 баночек. Глаз алмаз, так, так и говорил. Зачем я больше? Не, ну ты потом сказал. Забыли просто, на самом деле мы давно не делали, а так это. Ну все, до утра ждем, вот так они перережут, стоят, а завтра опускаем в погреб. Там еще чуть-чуть нам на пробу осталось. Так что пробуйте. Рецепт мы знаем, что классно. Укутали. Главное, чтобы этот зверь не докопался до него. Снежек, везет он. Нам еще сегодня матрас новый привезли. У нас старый там Осконовскому лет 6, наверное. Просто на нем уже невозможно спать, все пружины чувствуются. Поэтому сегодня мы вообще будем спать на новом матрасике после баньки. На новых подушечках. На новых подушечках. Сейчас еще матрас надо затаскивать. Как младенцы. А младенцы орут. Что, орать будем? Короче, с матраса еще затаскиваем. Главное на рога не попасть. Тихо. Тихо. Олень. Чё ты меня? Ладно. Короче, мы сейчас зажгли камин. Шашлык будем жарить в камине. Угли там вы зажгли. Решили не париться. Пока угли сейчас разгораются, мы в баню, в бассейн. И жарим шашлыки. Да. Такой насыщенный день сегодня. Что сегодня нету? Порыбачили, ничего не поймали, насобирали грибов. Ладно, хоть грибов насобирали. Замариновали вешенки, показали вам рецепт вешенок. Тут нам еще доставка матраса пришла, которую мы уже неделю назад или две недели назад заказывали. Где? Ну, короче, сколько-то. Сегодня ждем, ждали, не дождались этого момента. Да, очень ждали этого момента, чтобы на новом матрасе поспать. И сегодня сейчас после баньки, бассейна, шашлычка будем спать на новом матрасе. На матрасе. Сейчас в конце мы вставим там некоторые кадры, как мы паримся, ныряем в бассейн, жарим шашлыки. Всем спасибо, кто посмотрел видео. Мир, добра, здоровья всем. Всем пока. Ждите новых видео. Пока. Пока.